сорт острого перца Тринидад Парфум. Это перчик, относится к виду Capsicum chinens. Это высокоурожайный сорт. И посмотрите, сколько плодов на нем. Смотрите, он весь в плодах. Небольшой кустик просто усыпан плодами. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице, так можно на подоконнике. Вот у меня кустик небольшой, сантиметров, наверное, 35 в высоту. А так вообще высота такого куста от 70 до 80 сантиметров. Это если вы будете выращивать его, например, в теплицах. При комнатных условиях он не будет превышать где-то 50 сантиметров. Острота у такого перца от 0 до 500 единиц. Он практически без остроты. Вкус у него такой же, как и у хабанера, и у Тринидад Маруги Скорпиона. Вкус сладковатый, слегка цитрусовый. Ну, такой насыщенный, парфумный. Вот такой вот красавец, ребята, смотрите. Это кто любит соусы со вкусом хабанера, но не любит остроту, это перчик как раз для вас. Если слабые поливы и много солнца, то он будет острый. Ну как острый? Слабо-слабо острый. Если его хорошо поливать, острота, конечно, будет у него минимальная. Срок созревания вот такого перчика от 80 до 100 дней. Это очень и очень высокоурожайный сорт. Созревает он от светло-зеленого до желтого, а с желтого на оранжевый. Вот посмотрите, сколько плодов. Экшн-камера, как бы, ну, я не знаю, начинаю приближать, оно искажается изображение. Ну, я надеюсь, вам видно. Форма может быть у него вот такая вот вытянутая, либо вот такая, как у скотч-бонета, вот с таким, либо вот такая вот, ровная. Это все зависит от света. Чем больше света, тем он меняет на такую вот форму. Вот, смотрите, какая красота. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Так что сорт, ребята, отличный. Советую всем. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.